И всем привет, вот мы вернулись в игру. Так, интересно, бензин не появился по новой? Нет. Короче, мне эта вот база не очень нравится, честно говоря. Я бы вон туда перебрался, вон там где-то домик есть. Листик. Рэйчел, ты говоришь, все хочешь свои яблоко ждешь? Ну подожди. Курица. Ушла в туман. Это баг. Я уже не раз замечал такой, думаешь, что здесь есть курица, а я нет, не на самом деле. Она то ли под картой бегает, то ли я что-то не понимаю. Или в текстурах где-то носится. Короче, ее нет. Но она есть. По звуку. Ладно, неважно. Так, давайте продолжать исследовать карту. Значит, я не был... Вот я вот хотел сюда заехать, но так и не заехал. И вот эти домики мы еще не долутали. Какие-то из этих. Вот в этот точно не были через озеро, который... Там-то, кстати, два их. Вот еще что-то есть. Это тоже не был этот шаг, то я ездил, да? Не помню, был тут я или не был. Короче, надо вот сюда съездить, наверное, сейчас. Такая огромная территория. Old West. Вот здесь я еще не был, вот в этом поселке. Надо будет... По карте пошастать. В принципе, это что? У нас... У меня все с собой есть. Карандаши. Еда есть. Я ж холодильник сделал в прошлой серии. Можно еще немножко взять курочки. И воды, кстати, надо посмотреть. Так. Наверное, всю заберу. Хотя все, наверное, сколько? Да, мне столько, блин. Что-то мне надо по еде-то. А так мы практически сытые. Ладно, вот этого возьму, я думаю, мне хватит. Спустимся вниз. Сейчас посмотрим, что у нас по воде. Чтобы канистра была полная. А, она и есть полная. Ты пить хочет? Чуть-чуть нюх. Чуть-чуть хочет. Тогда чуть-чуть попьем. Выпей чуть-чуть. Прям совсем капельку. Вот, и заправим. Чтобы было полное. Ну вот, будем собирать бензин. Нам для генератора надо. Генератор работает, свет горит. Так, вот и хорошо. Значит, сначала поедем, как я уже и говорил. Так, так, где карта там? Вот она. Значит, так, вот. Вот. Мы здесь. Ну, то проедем. Еще какие-то дорожки есть. А где-то же бандиты были. Подожди, я вот... Стоп, подожди. Мы здесь едем, потом я выезжаю сюда. Этот поселок приезжает, этот домик. Странно. Где-то здесь не указано. Или я что-то не путаю, что-то путаю. Где-то тут какая-то церковь была. Что я... Ладно, неважно. Визуально-то я знаю, где она. Она здесь где-то недалеко. Ну, в общем, сейчас вот здесь долутаемся и вот сюда поедем. Что ж, поехали. Так, вот там это где-то находится, да?
Ну да, вон оно. Но почему-то на карте. Так, где мы? О, а, нет, отмечено. Отмечено. Ладно. Это ж бандиты там, ну да, бандиты. Они спавнятся постоянно, так что туда. Может там. А, подожди, там клетки нету, там есть комната. Ну, в комнате собака вряд ли, наверное, будет. Скорее всего, в комнате. Сколько у меня стрел? Много. Так, можно курочку одну съесть. Ну ладно. Новенького ничего не появилось. Отсюда все как вытащил, так оно и тут ничего не появилось. Так, смотрим, собачка. Нет, и собачка не появилась. Ну, нужно было проверить. Ты смотри, я еще что нашел. У этого в кармане. Так, это гранат настоящий или нет? Это фрагмент гранаты. Вот еще один фильтр. С этого он целая куча выпала. Я уже спалился. Ой, как так получилось? Ну как? Ну получилось с третьего раза. Так, ну по мне стреляет, это плохо. Стелс кончился. Идет. Как он меня заметил? О, у меня стрелы кончились. Перезарядимся. Как он дергается, этот лук? Во, попал. Уже прям в дом бегает. Ну хорошо, хоть один бегает. А немного. С одним проще. Где он там? Да куда ты полез? Я же хотел просто... Ладно. Просто с ними сражаться интересно. Опа. Меня не видел? В смысле, я так много раз промазал? Ладно. Чё тут у тебя? Перчатки, давай. Как-то подозрительно тихо стало. Так. Дроп. Дроп, может потом когда пригодится. Черные перчатки мне больше нравятся, хотя. Чего у тебя тут? Порох, давай. Фильтр, красавчик. Так, вас троих я уже блутал. А что у тебя там? Ох, что-то с него выпало, калаш. Серьезно? Где-то раньше был, блин, с калашом. Я его, блин, черти где нашел случайно. А вот тут калашами разбрасывается. Вроде никого. Ок. Че это?
Я тут уже был не один раз. Это что, глина? Ну давай возьму для горшочков, там для всякой ерунды. Листики. Фигистики, тряпочка. Так, 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 стрела. Патроны. Еще у тебя? Дроп. И еда. По-моему, всех облутал. Так, я тут смотрел, что это у нас ветка, листик, перышко, то есть. Так, во. Топливо заберем. Надо валить отсюда. И канистру не забыть забрать. Оп. Еще есть эти машины. Сколько? 5 патронов осталось, не густо. 4 литра, красавчик. Подожди, свечка где-то. Надо обращать внимание сюда. А тут только на бензин смотрю, на сюда смотрю, чтобы эти свечки, вдруг свечи есть, зажигание, аккумулятор. Я уже подумал, может быть, мне разобрать эту машину. И переставить на ту машину, которая с этим. На которую можно возить гораздо больше всего. И верстаки, и переехать на другую базу. И переезжать на другую базу дерева. Ну, все тут зачищено. Стрел я вообще прям куда-то порастреливал. О, клей. В смысле, клей. В общем, глина. А что, стрелы все поломались? Я же вот мазал где-то вот сюда. И ни одной стрелы не вижу, чтобы она где-то торчала. Они куда-то поулетали, фиг знает куда. Ну, неважно. Возвращаемся тогда. Хорошо. Так, такой глушитель у меня уже есть. Вот здесь он стоит. На двустолочке. Так, ну что ж. Значит, мы находимся... Вот здесь где-то напротив, значит, нам надо пробежать было просто. Или проехаться. Проехаться. А, ничего странного, все правильно. Он. Не знаю, она как бы в тупике идет, но может там какая-то шахта еще есть. Потому что раньше было 2 шахты. О, как. Это туннель. Еще тот туннель. Знаю, знаю его. У нас коктейль Молотова есть? Блин, нету ни одного. Сохранится. О, пустота. Так, автобус, канистра. Так, бензина тут у вас не найдется. На школьный автобус вылезем, посмотрим, что здесь есть. Ничего. Сахарочек? Ну давай. Мачете, во. Не надо крафтить. Отлично.
Баллон. Опа, ты мне случайно что-нибудь не дашь? Случайно, не случайно, не специально ничего не даст. Там впереди он куча мяса и заваленный проход. Это будет после обновления будет доступно. Почему, блин, у меня не перезагружается вот это вот освещение, если я перезайду? Что, у меня стамина кончилась? Как так получилось? Я что, не... Еда у меня есть, все есть. Давай съедим. Кто у нас тут похуже всех? Вот ты. Еды просто много. Ее куда-то тратить надо. Давай выпей чуть-чуть. Там, кстати, внутри босс есть. Но я не готов ко встрече с ним. Что со стамина случилось? Она вообще не... А, я не поспал, да? Ага. Ой. Кто-то просто не поспал. Так, вот туда, вниз к этому боссу. Но пока мы туда не пойдем. Бегать я не могу. Тут тоже... Ну да, здесь особо ничего не поменялось, так как и раньше было все. Тут сидит за дверью вот эта фигня, которая будет меня бить. Порошок стиральный. Ты что пугаешь меня так? Так, там лежит консерва, по ходу дела, стиральный порошок, да? Она ж меня ударит? Ударит обязательно. Я думаю, потом мы сюда. У меня стиральный порошок есть, в принципе. Вот это вот выглядит прикольно, такой туннельчик с машины. Может, это на превьюшку пойдет. Так, а по-моему, вот тут я еще и даже и не был. Где мы на карте находимся? Карту, пожалуйста. Ага. То есть это тот домик, который через реку, что ли? О, там может быть есть слот для этого. Веревку давай. Что это еще? Веревка давай. Колесо не настоящее. Это багажники что-то есть? Ничего. Сзади тоже ничего нет. О! Блин, ну еды много мне так не надо, но батарейки возьму обязательно. Никогда ничего там не выпадает. Говорят, что там кто-то что-то находит. Я еще ни разу ничего не находил. Так, бензин. Неплохо. Сейчас патрон надо перезарядить, чтобы мы освободим место. Почти полная канистра уже. Ну, не почти, а половину. Больше чуть-чуть. Так, давай-ка троечку. Вот это другое дело. 21 патрон. Почти 5 литров. Вообще идеально. Так, дождик пошел. Или показалось? Да нет, капает. Ничего нет. Разгрузим лишнее. Вот у нас мачете. Не такая уж она и лишняя, но батареечки. Так, перчаточки. Все-таки мачете оставлю, пока не нужна. И перчатки вот эти тоже. Пока место есть. О, да ладно, еще веревки. Ты смотри, прям не надо их крафтить. Кирпич, воки. В доме кто-то есть. Скрабит. Так, ну, дверь закрыта, еще веревка, так что нормально. Внезапно погода испортилась прям резко.
эпичненько так. Это мы все возьмем, это мне прям надо в больших количествах. Так, доски не настоящие. На столе никто ничего не оставил. Кресло тоже не настоящее. А стул? Стул настоящий. Так. Есть там... Нету, к сожалению, ничего внутри. Не, я не вижу, чтобы там сумка лежала внутри. Жалко. Жалко. Ведерко. Удочки не видно. Веревочка не настоящая, что ли? Похоже на то. О, еще для этого апгрейд для рыбалки. Не могу никак найти леску, блин. Не леска, а катушка мне нужна, вот. Так, ну чё, берем лук. Я вообще-то бегать не могу. Я забыл. Я забыл, что не могу бегать. Давай соль свою. Земли, блин, так, сохранись. Ты где стрелу дел, козел? Походу сломалась. На всякий случай пистолет. Ну что такое? Да бля. Зомби в воду улетел. Серьезно? Где он? А вон он на дне. Лутать нельзя, да? Замечательно. Давай еще утонем здесь. Будет вообще хорошо. Ну. Три патрона осталось. Это не серьезно. С лука очень тяжело целиться. А что это такое вот это? Красный мигает. А, типа поешь? Это смысл мне нормально, по идее. А что на красный мигает? А, она мокла, что ли? Подожди. Да вроде нет. Ну вот мигает, такое ощущение, как будто бы намокло. Так, бутылочку, бери все. Кстати, стрелы. Перезарядим. Холодильник. Так, хороший нож. Почему бы не взять? Кока-колу можно выпить прямо сразу. Не вижу смысла вообще в ней. У меня есть вода бесконечная, которая не портится. Так, ножницы и баню их. Это одно и то же. Алкашка. Вот найдем еще порошок стиральный. Можно будет сделать коктейль Молотова. Нифига нет. Кстати, а чё я дробью не пользуюсь? У меня же много. Хороший вопрос. Так, отлично. Бинт. Не знаю, зачем он мне надо, но пока возьму. Ни разу еще не было такой ситуации в игре, чтобы понадобился бинт. Дрова нет. О, да. Двадцать шесть патронов. Еще отлично, давай. Зачем ты дергаешь все время затвор? Так, молоток.
Здоровье у нас не выходит, так что это я не знаю почему. Так, на этом сейчас разгрузимся. Ладно, давай бери молоток, пока лезет. Эти штуки... Не думаю, что мне столько надо. Картошка бесполезная вещь. Давай лучше вот так поменяем. Так, что у нас? Чем кормят? Сигарета. Ну, можно тупо ее потратить. И перекурить. Очень быстро. Очень быстрый перекур. Так, еще дробь. Еще перчатки. Коричневые. У нас какие состояния, кстати, одежды. Дождевик. Каска хреново. Бронежилет отсутствует как таковой. Ну, можно вот эти вот дропнуть. А вот эти одеть. А то пускай будет здесь. Тряпки мне особо не нужны. Так, опять же, эта штука состакается. Так, патрон на винтовку. Это тоже состакается. Спички не буду брать. И все. По-моему, домик весь залутанный. Так, а сколько по время? 15 часов. У нас стамины нету. Мы вообще можем здесь... Я могу здесь переночевать. Жертвы у меня много. Аж до следующего утра. Закрывай. Ну-ка, ложись. Давай-давай, не стесняйся. Хочешь поперек? Хочет. А по-нормальному? А по-нормальному никак. Давай поперек. Итого, мне хватит еды. На 10 часов. Ну, давай поспим. Так. Темно, но. Мы сейчас избавимся от еды. Давай консерву. Не, давай ножку съедим. Они все одинаковые? Нет, не все. Так. Дринкнем. Нехило ты выпил воды. Так, еще одну можно, да? Ну, сначала поспим. А, семерка. Опять тебя разворачивать надо. Так, и того. Ча, а, так мне еще до утра еще можно спать. О, мы выспимся прям нормально. Отлично. Опять же, едим. Заодно освободим место в инвентаре. Так, ну и попьем. Чуть-чуть. Или я могу хоть бегать. Уже хорошо. Так, кстати, новый день. Может быть, бензин появился? Появился. Вот какой хороший это вот. Серьезно, я уже практически канистру заполнил. У тебя сколько? Ну, давайте капнем чуть-чуть. А, там есть канистра. О, а, кстати, так давай сейчас посмотрим в этой машине. Может, тоже есть бензин? О! Бля, он все не влезет. Да ладно. Нальем, сколько влезет, грубо говоря. Двадцаточка. Так. Это залил в машину. Ты из машины выливаешь? Ну ты молодец. Ну, добавь. 3 капли. Так, почти полная. Полностью сейчас заправим одну и вторую канистру. Ну, вторую нет, конечно, но эту точно забраем, добавим. Так, двадцаточка. Давай. Отлично. Это в машине поживет. Полная канистра. А ты хорошо, а это со мной. Так, тут что-то можно было состакать. Вот это, например.
И скотч. Во. Ботинки кто ставил? Так, пошел стоим здесь. В этом доме я точно не был. В тех домах, не помню, там что-то краем глаза проходил. Мимо. Фух, надо как-то привыкнуть к нему, ну... Да е-мое. Как только я нажал на выстрел, он резко повернул свою... Ага, вот над головой я видел, хоть куда попало. Да, блин, поздно. Да как так высоко-то? Ой-ой-ой. Конец-то. Я сейчас все стрелы тут потрачу. Соль, ну давай. Соль, кстати, вещь нужная. Стрелы вернем. Новая стрела. Так, где этот мазал? Вот она. Нифига пробивает. Так, этот собрался на улицу идти. Блин, а я тут... Еще и вдвоем поперлись. Так, я на близком расстоянии-то попасть не могу, а с дальнего расстояния-то точно не попаду, день там. Домой пошли. Ну, попробовать кому-то там влепить в лоб, ну или в тело. Не попал. Да что ж такое-то? Вижу, вижу, он чуть-чуть торчит. Серьезно? Я в голову попал? Кончились стрелы. Дробовик. Как я промазал, не знаю. Неважно. Веточку берем обязательно. Что у тебя есть? Так, антибиотик. И скотч. Скотч состакается. Картошка, бутылка. Бутылки состакаются. Ох, я стрел тут накидал. Вон они. О, тут еще есть. Наверняка где-то тут еще есть. Так, мы тебя лутали. А, вот есть. Они хоть не все ломаются. Так, ветку я смотрел. Дрова мне не нужны. О, веточка. Вот я возьму. Еще много бензина, давай. Весь сольем. Для генератора надо много бензина. Багажнике ничего. На заднем сиденье ничего нет. Неплохо. Так. Как Кока-Кола. Давай-ка и выпьем ее сразу. Еда, посмотрим, добавится или нет. По идее, еда должна тоже добавляться. Как бы это все-таки сахар.
Ладно. Так, все отсюда вытащили. Где наш ножичек? Потихо сейчас его. Вот так-то лучше. Антибиотик. Картошку не буду брать. Соль давай. Где стрелы мои? Я тут где-то мазал. Так, нож спрячь, пистолет положи назад. Это мало ли. Мало ли что. Мне давай лучше дробовик. У меня патронов много, а вот стрела. Холодильник не лутабельный. Сахарок. Ну, сахарок там даже состакается. Да, блин, ты смотри, как много дроби дают. Значит, переходим пока на дробь. Ножницы. Да, прям дают дробь нормально. Так, засунем эти вот стрелы вовнутрь. Бутылка с водой. Давай выпьем. Почему дрынь? А, он не хочет пить, что ли? Чуть-чуть. А вот чуть-чуть выпьет. Какая разница? Ну ладно. Так, еще сахарок. Еще кока-кола, которую я брать даже не буду. Так, тебя мы облутали. Тебя тоже, картошку там свою оставь себе. Так, дровишки. Ковришки. Дайте мне рыболовную эту вот, удочку. Я хочу рыбу половить, блин. А нет. А, вот еще стрела лежит. Блин. Опять надо квип. Так, эти. Сюда, оп. По-быренькому сделаем. Уменьшим количество в инвентаре хлама. Сделаем еще три стрелы. И еще можно как раз съесть одну курочку. Отлично. Освободили место. Водичка. Где-то я тут оставлял. Во. Свою же не буду пить. Выпью эту и здесь оставлю. Потом еще может пригодиться кому-то. Так, ладно, заходим сюда. Три бутылки вижу уже прям сходу. Не лутабельно. Серьезно? Первый раз такое вижу, чтобы эти ящики были не лутабельные. Ну ладно. Спальня. Магнумский патрон. Еще бы магнум найти было бы неплохо. Но магнум я еще прям вообще не... О, отлично, сейчас сделаем коктейль Молотова. Прикольно. Не помню, чтобы я такую видел картинку. Птички. Так, пошли наверх. Тут как всегда. Ничего нет. Так, это еще вроде бы состакается, но не уверен. Карандаш дашь? Спасибо. Три карандаша. Маловато, но и на этом спасибо. Отмычка. А у меня ведь отмычки-то ведь нет. И гвоздодера с собой нет, серьезно? Блин. И в машине нет гвоздодера, по-моему, сейчас посмотрим. Так, а вот теперь и пригодится тряпку. Одну найти надо, это глина. Отлично. О, еще есть веточка. Еще одна стрела будущая. Значит, так, тут я так смотрел мельком. О, дрова висят. Почему бы и нет, ничего удивительного. Так, что это? Это мне не надо. О, тряпка. Теперь могу сделать бутылка, блин. Крафтим бутылку. Ну вот. Можно, в принципе, вернуться туда в шахту
и спалить ту хрень. Но сначала все полутаем. Тут на улице стоял батарейки. Хорошие. 100%. Состакается даже. О, скотч. Наверняка тоже 100%. Так, ну эти машины не лутабельные. Вообще. О, еще. Еще для рыбалки. Для рыбалки хорошо, а для меня. Для расширения инвентаря. Бензинчик давай. Десять литров. И ничего нет. Багажник я заглядывал. Так, что у нас тут? Кирпичи давай. Ягодку. Съем. Так, о, еще кирпич. Тут забаррикадировано. Что диван оставил на улице? Он же позеленел уже здесь. Так, тут тоже ничегошеньки нет. Так, бутылка, ну, поскольку она там стакается, можно взять. Это глина тоже состакается. Перышка нет, камушки пока нет. Камушки я потом буду собирать, если надо будет. Ну и все тут, по ходу дела. Гвоздодер у меня с собой, к сожалению, я не нашел, чтобы он у меня был. Нет его. Совсем нет. Сахарок никуда не влезет. Кирпич никуда не влезет, это не влезет. Батарейка влезет, во. А вот скотч еще. Так, тот, который хреновый выбросил, во, я могу сюда положить вот стак, во, отлично. Еще сделаем одну стрелу, чем бы и нет. Одна делается очень быстро, целых 5 минут. Так, сюда, сюда, и освободим еще место. О, почти, почти пол, ну ладно, в принципе, там, так, что, мы подъедем. Плохо назад, совсем не, нельзя посмотреть. Ой. Так, двигатель, конечно, можно и заглушить. Не помню, был тут, не был. Но раз лежит целый нож... Наверняка не было. Блин, взять его или не взять, не паню. Так, доска. Две. Доски обязательно берем. Опа, смотри, на сиденье лежит для рыбалки. Взять машину рыбака. Может, и в доме есть что-то, леска? 12 литров. Сигарета. Ну, типа, можно покурить. Не знаю, зачем она вообще надо в игре. А, слушай, он какой-то стресс у меня ушел. Серьезно? Вот здесь вот была полоска, я покурил, он исчез. Вот, что-то меня выкинуло. На заднем сиденье ничего? Ничего. Ок. Что-то. Где тут? Ничего нет, блин, серьезно? На столе? Тоже. Стульчики не... А, я что-то уже был, кстати, по-моему, в этом доме я точно был. По-моему, припоминаю, что я здесь был. Выпьем. Че бы и нет. Тем более, он уже хочет пить. Немножко. Да, я тут уже шастал. 100%. Еда. Ну, блин. Как ее не взять-то? Да-да-да-да-да. Брать это не буду. Ай. Застрял наверху. Наверху я там был или нет? Так должен был быть. Сейчас в ванной посмотрим. Все равно здесь тумбочки нету. Интересно кино. Да
нет, когда я бываю в дом, в домах, там обычно ничего не остается. Пошли в тот дом, пешком пошли. Так, ну тут я тоже был, кстати говоря. Ну все, значит, окей. Едем в другой город. Как объедем? Как-то вот так, наверное. Что-то через тот бугорок и проедем там. Так, ну его баня, надо сохраниться, чтобы перевернуть здесь машину. Так, где мы вообще? Так, ясно. Значит, едем, 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 и аж вот сюда. В общем, можно на базу заехать и разгрузиться. Так, отлично. Сейчас я разгружусь. Ну что ж, громко, блин, так. Еще один магазинчик. О, тихо стало. Так, это берем нужную вещь. Так, бутылки мне уже достаточно. Бумагу можно брать для растопки, чего бы нет. Чуть там сигаретка. Кстати, сигаретка полезная вещь, как оказалось. Она сушит вещи внезапно. Типа перекуришь и высыхаешь, я так понимаю. А, нет, просто, скорее всего, время тратится, да и все. Ну ладно. Тоже неплохо. Блин, столько всего, ничего не лутается. Серьезно. Веревки тоже не лутаются. Тряпка, спасибо, не надо. Что, второго этажа нет? Второго этажа нет. Тут я уже был. Полицейская тачка? Это полицейский участок? Ну ты пойдешь на прививку.
Еще и нет ничего, серьезно. Машинка прикольная. А что это там? А, это она так наводится. Блин, тут даже бардачка нет в этом. В этой мини-машинке. Скотч. Так, еще бумага, бумага. Единственное, что полезное в полицейском участке, это бумага. Опа. 9 миллиметров. Револьвер. Может, тут еще и магнум будет? Так, ну фильтры. Че, блин, а что это за? Че? Что это за рандом? Или не перемещается так? Цифры меняются все время. Может, какие-то починятся на 100%. Ой, блин, по одной бумажке я даже брать этого не буду. Повыкидываю сейчас все. Закрыто? Но у меня есть с собой отмычка. Плюс еще гвоздодер в машине лежит. О. Отлично, мачете можно взять. А где бумаги делись? Пропали? Серьезно? Ну, они починились. Больше еще не часть. Правда, не все вместе, но... Короче, как это работает, я не понимаю. Так, ладно. Какой-то баг в игре есть. Так, я тут вроде все посмотрел. Еще раз посмотрим. Так, а у меня здесь магнумский патрончик с собой. Аж 4. Ой, а что-то у меня лук поломался, блин. Его ремонтировать уже надо будет скоро. Долго, долго заряжаешься. Стул можно посидеть. О, да. О, да. Для калаша. И дождик прошел, отлично. А, ну да, его надо сначала взять сюда. Жалко, посмотрим, через сколько там патронов будет внутри. Так, отлично, тут ничего больше нет. Штаны, черепушка, сигарета еще. Еще еда. Спасибо, не надо. Жалко, жалко, жалко. Но магнум нашли. Это не двигатель. Оу, камера. Где там те твари? Поуходили уже? Телефончик. Звонить, правда, некому. И некуда. Так, тут нет смысла дома обходить еще раз. Ну что ж, будем, наверное, на этом заканчивать. Этот... Тут лутаться, не перелутаться, как говорится. Ну что ж, на этом будем заканчивать серию. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.